Итак, эту песню нам, ее написал и разрешил нам ее петь замечательный наш друг, прям действительно прекраснейший человек, Максим Леонидов, известный по сольной карьере и созданию квартета, квартета «Секрет». А Максим, он питерский житель, и поэтому, в отличие от нас, москвичей, он тоже очень крепко выпивает, но он как интеллигент настоящий, он читает все, что написано на бутылке. И не там вот содержание ГМО, там, красители и прочее, а прям вот центральный этикет. И очень он заинтересовался надписью «Johnny Walker and his Sons Limited». Так написано действительно на любой бутылке Джонни Уокера. Вы можете в паре посмотреть. И он как человек блистательный, говорящий по-английски, ну, примерно как мы с Сергеем демонстрировали в предыдущей песне, он очень заинтересовался этим выражением «and his Sons Limited». И написал по этому поводу целую песню, которую потом позволил напить. Сам он, впрочем, и почему. В шотландских селениях среди овец живет большая семья. Старик Джонни Уокер, седой отец, и его ограниченные сыновья. Он их учил, как им ткать полотно, как отару загнать в загон. Но они усвоили лишь одно, как им гнать из зерна самогон. Джонни, обидно хоть плачь, но надо же стыд и позор. Уж лучше б один из них был бы врач, уж лучше другой был вор, уж лучше бы третий нашел бы ебать. Малец был с детства горяч, но парни его продолжали гнать. И в бочке сливать первач, кому корова, кому свинья, а кому ограниченные сыновья.